Праздничные мероприятия по случаю Дня Победы проходят и в Украине. В частности, во многих городах состоялась акция «Бессмертный полк». Люди нашли в себе смелость выйти на улицу не только с портретами фронтовиков, но и с георгиевскими лентами. Гордо реяли и красные полотнища Знамени Победы. К сожалению, не обошлось без провокаций со стороны радикалов-националистов. В Киеве на акции «Бессмертный полк» собрались более 1000 человек, среди которых были ветераны, женщины и дети. Шествие стартовало возле станции метро «Арсенальная» и торжественно завершилось у парка Вечной Славы. Участники марша развернули знамя 150-й Идрицкой дивизии, символ Великой Победы, запрещенный на Украине. В ходе проведения «Бессмертного полка» произошло несколько столкновений участников акции с украинскими националистами. Сообщается, что радикалы развернули флаг УПА, после чего начали выкрикивать антироссийские лозунги и попытались сжечь несколько георгиевских ленточек. Полиция хотела вытеснить националистов от вечного огня, вследствие чего произошла потасовка. На помощь правоохранителям прибыли бойцы Нацгвардии. Тем временем возле вечного огня в Одессе тоже было развернуто Знамя Победы. Кроме того, более 5000 одесситов приняли участие в памятной акции «Бессмертный полк». В Харькове в ходе празднования Дня Победы произошли стычки между националистами и коммунистами. Инцидент произошел недалеко от вечного огня. Группа людей преклонного возраста начала скандировать «Фашизм не пройдет» и тем самым вызвала недовольство своих идейных оппонентов. Началась драка, разнимать которую пришлось полиции. В Запорожье пожилого мужчину атаковали из-за флага Победы. Радикалы требовали отдать им флаг. В ситуацию пришлось мешаться стражам порядка. В Николаеве на площади Соборной произошли столкновения между украинскими националистами и людьми с красными флагами, шедшими в колонии во главе с бывшими коммунистами к памятнику героям-ольшанцам. Украинские радикалы напали на участников праздничного марша и в оккупированном ВСУ Славянске. Сообщается, что на парад Победы пришло более 5000 человек. После шествия в городском парке культуры и отдыха прошел концерт в честь Дня Победы. В ходе него и начались беспорядки. Группа неизвестных пыталась сорвать торжественное мероприятие. Они забросали ветеранов, женщин и детей мукой и зеленкой. Ура! Все,